Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и игра с Euro Truck Simulator 2. Так, мы сейчас находимся в Милане. Так, посмотрим, что у нас за грузы. Блин, когда я буду тюнинговать свой тягач? Хотелось бы, но денег сейчас пока недостаточно. Еще бы. Я бы сейчас в первую очередь, чем тюнингом заниматься, я бы лучше накопил бы на гараж, купил бы дополнительный трак, нанял бы водителя, и пускай бы он таскал грузы и дополнительные бабки приносил бы. Потом бы как бы самому зарабатывать, плюс он апгрейдит свой, короче, уже не то, что там просто тюнинг сделать мелкий, а там поставить движок помощнее, там коробочку, и затюнинговать можно было бы. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Может быть, я и тюнинг займусь. Не знаю, даже пока еще. Все равно мало даже на тюнинг, там, чтобы движок, коробку, плюс там цвет. Так, ладно. Сейчас посмотрим грузы. Так, до Рима. Рим. Не знаю, я в Венецию сгонял бы. Может, потом только в Рим. Так, это еще не то. Флоренция. А, это уже Франция пошла. Это уже не то, не хочу туда, нам то не надо. На Венецию ничего нету, что ли? А, вот есть, смотрите, на Венецию. Пластиковая тара. Я прокатился в Венецию. Вот хочу в Венецию, не знаю. Так, это пластиковая тара, да, 5309. Посмотрим онлайн заказы, что тут у нас есть. Так, Рим. Вот, Венеция, смотрите. Мотоциклы. 10800. А чем мы повезем какую-то пластиковую тару? Тем более, такой прицеп еще невзрачный. А то, смотрите, какой красивый, красный. Еще мотоциклы. Доход больше. Все, беремся за работу, даже вообще не раздумывая. И гоним в Венецию. Так, текущее задание мотоциклы. Милан, Венеция. 10855. Нам нужны деньги. Кстати говоря, нам нужно зарабатывать бабло. Так, что у нас там, блин? Скоро отдыхать уже ему надо будет. Так, ну ладно. Заводим свой тягачок. Все, погнали. Сколько нам, кстати говоря, да? 51 километр. Открывай калитку. Так, я почитал комментарии там American Truck Simulator. Кстати говоря, ну так, зашло, смотрю. Просматриваю, там тоже более-менее. Но Euro Truck, смотрю, больше заходит. Так что так и будем придерживаться. Euro Truck снимать больше. American Truck 1-2 раза в неделю. Так, слева чисто, справа что там? Тоже чисто. Ой-ой-ой. А, все, успели на зеленый. Отлично. Так, куда нам? Нам направо. Так, здесь разрешено 80. Ну, мы даже не нарушаем, в принципе, нормально. Так, надеюсь, сегодня программа записи и игра не будет ничего глючить. Просто хочется записать все с первого дубля, без всяких там повторов, переделок и всего прочего. Так, ага, опять там правее. Обгон запрещен. Ничего, что тут. Ну, здесь только по обочине обогнать, а так больше негде. Знак повесили. Обгон запрещен. Так, прямо, да?
там направо надо уходить, да? Отлично. Так, на кольце никого. Инвируно. Да угонишься. Так, ага. Прямо, да, нам? Хорошо, едем прямо. Так, я так понимаю, мы уже... Да, вот там прибыли почти на место. То есть колец-то этих наделали, да? Ну, честно сказать, не знаю. По мне так удобно. Не надо светофор там тащить, это все там как бы придумывать цикл его работы. Просто кто на кольце, тот на главный. Вот и все. Очень удобно. Особенно, знаете, удобно, когда такие вот, ну, так как вот эта мелкая дорога. Зачем мне светофор ставить, если можно просто поставить круг и все. Лишние затраты не надо делать будет. Либелула. Как-то тут у вас тесненько. Так, кого-то меня понесло не туда. Отвлекся. Так, куда мне? Да, вот, ворота. Открывай калитку. Какие прикольненькие ворота. Такие жух разъехались. Да, прицеп такой вообще красивый, фирменный их. Что там, мотоциклом пойдем, да? И все-таки это классная работа дальнобойщика. Может быть, конечно, такая напряженная, что постоянно за рулем, дома не бываешь. Зато мир можно посмотреть. Так, цепляемся. Так, что у нас там за груз? Да, мотоцикл 15 тонн, Венеция. Пункт назначения, все, едем. 333 километра нам осталось. Все, погнали. Так, давайте-ка. Так, встанем. Да? Во, классно. Как раз для превьюшечки. Да, конечно, этот тюнинг бы не помешал. Перекачать другой цвет. Его, а тут какой-нибудь спереди какие-нибудь дополнительные фары. Рубецкого маячки бы сверху. Тут бы бак запрятать бы все это. Ну, да, со временем это все сделаем. Обязательно. Как же нам без этого-то? Ой, вообще постричный еду. Открывай калитку. Так, все, груз мы забрали. Держим путь в Венецию, везем мотоциклы. Русский прицеп, химия. Нормально, да, так? Слева никого. Справа тоже. Кстати, я еще помню, когда вот начал играть, что там дальше, там как-то разнообразия грузов не было, ну, как-то было так все, и прицепы не были там, столько разновидностей. Просто со временем в игру добавляют все больше и больше всяких новшеств. Тягачей бы еще побольше добавили, разновидностей. Последний, я помню, какой-то Рено добавили. Может, я могу ошибаться, еще какой-то там, я, может, не следил за новостями. Я просто
собирался только записывать, но как-то все откладывал, откладывал. Тут вот раз думаю, надо начать записывать. Просто добавили новшество, тебе можно свой прицеп купить, я это знаю точно, там его как-то... Даже можно проапгрейдить, перекрасить, и... там навешать всякие дополнительные... Там штуки там, с боков, там логотип можно еще, либо какую-то там готовую уже тему прикрепить к нему. И там можно много чего сделать. Вообще классно, как бы тут. Так, куда-то поворачиваешь, а тут. А тут опять отсюда. Ага. Давай, давай, давай. Вообще, говорю, да, классно. Они всякие новшества делают, об игру не забрасывают и не придумывают новую. Так, нам сюда. Что довольно-таки, ну, круто. Получается, разработчики ее уже очень давно поддерживают. С 12-го года-то. Это довольно-таки долго уже. Так, погода, кстати, очень классная. Дождика нету. Это хорошо. Меня радует. Так, сейчас время почти 3. Ага. Не радует мне только то, что он скоро захочет спать. Вернее, через 3 часа. Так, ну... Через 3. Нам двигаться 4 с небольшим. Да, так что придется по-любому где-то ложиться баиньки. Без этого никак. Значит, опять будет терминал там, да? Получается. Что там случилось? Опять какой-то ЧП. О, нуклеон. Прикольно. Так, надо потихонечку вклиниваться уже. Тут там... Что-то... А, о, все пустили. Ну что-то пожарное. Не поедешь, ну как хочешь. Куда ты, блин? Я вот вообще не понимаю. Вот то он не хотел ехать, а когда вот я поехал, он решил. Ну, да давайте, да, я тоже поеду. В итоге меня протонул слепит. О-о-о, вообще. Что-то жесткое на дороге. Интересно, мне там повредил что-нибудь? Нет, слава богу. Ой. Все нормально. Ничего не случилось. Просто происшествия у меня поставлены, всякие там вот эти объезды, ну не знаю, я пока один раз только столкнулся с объездом.
И то это было не на запись. А так вот всякие происшествия есть. Ну, просто неинтересно. Ну, всякое же бывает на дороге. Просто если так тупо из точки А в точку Б ездить, это как-то даже неинтересно. Вы приближаетесь к участку платной дороги. Так, нам... Милан... Вообще прямо. Так, ну здесь эта дорога... А, все прямо идет полоса. Хорошо, отдельно сделаем пор. Что очень замечательно, как бы дорога не сужается. То вот постоянно вот это перестраивание бывает, когда поток идет большой, проблематично. Прикольно, такая раскаска слева. Там молниями. Впереди тоже такая едущая машина. Так что у нас там? Сужение. Ну что ты ползешь-то? Ты вообще остановись. Мне пришлось скинуть вообще скорость. Так, там сужение дороги впереди, так что давайте-ка мы сразу же перестроимся. Все ползут, я не знаю, разрешено 80, так едьте 80. Че ползти-то? Я не понимаю, машина не тянет, что вот он не может разогнаться. Ну да, может быть слабенько какая-нибудь. Так, сколько нам? 197 километров осталось. Маленько нарушаем, конечно, на 10 километров. О, начинается позевушечки. Не знаю, даже что как-то камерами питали, не заметил, чтобы на трассе стояли. И полиции не очень много. Так бывает, проезжают, конечно, но в основном не очень. Или так добросовестно в Италии все ездят, соблюдают правила, что даже этого необходимо нести нету, чтобы ставить камеры и полиции там где-то патрулировать, ездить. Вот даже не хочется ложиться спать, потому что ляжешь спать, сразу же пошлет стопудово дождь вообще начнется. Так, что у нас там с отдыхом? Сейчас 13, да? Блин, сейчас немножко... Давайте, да, туда, что делать? Мы просто не доедем. Так, парковка направо. А вот она, парковочка, да? А давайте сюда встанем. А я думаю, тоже парковаться будет. Так, ставим на ручник, глушим мотор. Ложимся спать. Ну вот я что и сказал. Мы только легли спать. Наступило... Чё, а, уже ночь, два ночи. Замечательно, да? Вот и пошел дождик. Ну ладно, поедем в дождик. Что тут делать, а?
Я там ничего не вижу. Ну, судя по как фары не освещают, значит никого нету. Так, горючего у нас предостаточно, так что мы заправиться не будем. На дворнике почти эту. О, солнечная батарея. И что она заряжает? Пошел дождь. Вот снегопад, видите, такая пасмурная погода, все такое в дожде, видимость вообще не очень. Если включить дальний, это вообще как прожектор. Мы с таким не будем, мы же не будем всех слепить. А так вот едешь, вот впереди так все довольно-таки, да, достаточно хорошо видно. Это включилось сегодня. Так, а сколько нам осталось-то ехать? 121 километр. Ну, в принципе, недолго. Так, я не знаю, может быть, даже не на запись покататься, так денег подкопить, чтобы не утомлять. Не знаю, напишите в комментариях, хотите вы видеть, что каждую поездку, либо только частично. Да, дождик разошелся такой нехилый. Тарабанит. Пацаны, напишите в комментариях там предложение, там пишем каждую поездку, я выкладываю это на видосики, либо покататься за кадром, чуть деньжат под пофармить, подзаработать. О, какой туннель. Так, ладно, дворники не будем вырубать. Как было ярко и хорошо, такой приятный желтый свет, а? Туннельчик такой неплохой. Мне вот интересно, знаете, куда что едешь, пожарная машина за городом? Кого-то тормознули. Какой-то там тягач нарушил, наверное, что-то. Так, Венеция прямо, да? Еще тягач остановили. Стоят, разговаривают, мокнут. Как будто типа друзья. Так, опять какой-то там пункт. А, я же заезжал на платную дорогу. Вот она заканчивается на кусок платной дороги. И что тебя мечет тут? Я не знаю, мечешься туда-сюда. Так, по карте прямо. Тут уже можно проехать. 44 евро меня обули. Не, ну знаете, вот такие дороги, да, вот как вот здесь вот, 44 евро, ну, конечно, это многовато. Но вообще вот, ну, они идеальные. Придраться не к чему. Тут и
Мне чтобы скользить чуть побольше. Так, Венеция направо, да, мне? Так, вот надо ехать, еще знаки смотреть. Не только на навигатор, что заранее готовиться. Вот. Может, правда, пока и не увидеть, что он есть. Венеция 40, а бон запущен. Ну, как все классно сделано, действительно. Так, 70, да, разрешено. Так, мы прибыли в Венецию, да? Вау, такой там городишко. Добро пожаловать в Венецию. Какая-то промзона, что ли, что-то такое. А тут 50 уже. Я 60 уже шпарю. Остафрот включу. Так, нам направо. Нам что, в порт? А, наверное... Я доставил в порт, и там какой-нибудь еще дальше их поволокнул, чем мотоциклы. Так, нам налево. Так, все, прибыли. Чуть не доехал. Так. Сюда поставить... Это естественненько. А это сюда. Ну, давайте сюда поставим. Так, где там? Следуйте в зону выгрузки. А здесь поворотный, интересно? Ага, тут не поворотный. Там три моста, они обычные. Хотя можно было задом покривляться. Так. Все, доставили мы мотоциклы в порт, они там куда-то дальше поедут, может и склад какой-то временный, ну это нам уже не важно. Мы главное доставили, сделали свою работу, получили за это денежки, куча опыта, бонусы, навыки, вообще куча. Так, у нас скоро, в принципе, 10 уровень, можно еще будет что-то прокачать. Так, хорошо, все, наш рейс закончился, мы находимся теперь в Венеции. Так, посмотрим ваши комментарии. Что там вы предложите дальше там пилить, как бы, каждую поездку пилить это в видосиках, либо за кадром просто поиграть. Так что почитаю, будем дальше там делать выводы. А на этом видосик закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми. Спасибо за просмотр. Пока-пока.